ребята, приехали. А чё мы сюда приехали, Фредди? Ага, Фредди, чё мы сюда приехали? Тут, ребят, тут Бонни позвонил. Какой? Да той Бонни. Какие-то проблемы у него, я даже не знаю. Он где-то здесь. Пойдем, поможем ему. Да ладно? Ага. О, а вот и Бонни. Ребята, ребята, как я рад вас видеть. Привет. Здоров, Бонни. Какие-то проблемы. У меня всегда проблемы. Понимаете, без вас я их не решу. А ты на погоду-то смотрел? Точно без нас эти проблемы не решить? Ну, ребят, без вас вообще полная жесть. Ладно, что случилось? А ты пойди, Фредди, посмотри, что там за уголочком. А что там? Ну, пожалуйста, пойди, посмотри. Ладно. Ребят, пойдем глянем. А то Бонни что-то трухует. Не трухуй, Бонни. А я трухую чуть-чуть. Я просто трухую. Ладно. Пойдем посмотрим, что там происходит. Пошел, Фредди. Капец, блин. Это кто тут у нас? А я что говорил? Капец, бедные эти подруги. Это кто? Это же моя подружка. Это же Рокстер! Это же Рокстер Чика! Бонни! Что, Фредди? Как она тут оказалась? А я гулял! А потом раз, а она тут лежит! Капец, ладно! Пожалуйста, ребята, давайте найдем, кто это сделал! Ладно, не переживай! Хорошо, да, ребята? Хорошо, мы поможем, Бонни! Да, Бонни, не переживай! Ладно, хорошо! Интересно, что же здесь произошло? Давайте пройдем вглубь района, может что-то выясним. Давайте пойдем вглубь района. Давайте пойдем, давайте. Ладно, интересно. Интересно, смотрите, ребята. Что там? Еще один аниматроник. Тут же рокстеры живут. А кто это? Сейчас я посмотрю, ребят. Это Рокстер Бонни. Смотри, Фредди. А там еще кто-то есть! И там кто-то! Блин, что здесь происходит, как вы думаете? Я не знаю, но я слышала, что в этом районе появился очень страшный монстр! Капец! Ладно, ребята, пойдем посмотрим! Хорошо. А это кто? Что-то знакомое! Точно! Что-то знакомое! Так, кто это? Кто это, ребята? Это же твой Чика кошмарная! Вот это да! Она же очень сильная, она же очень смелая! Интересно, кто смог ее победить? Я не знаю, ребята. Это уже становится очень странным. Ага, кто это делает? Да, кто это делает, ребята? Капец! Так, ладно. Пойдемте дальше посмотрим. Может что-то найдем. Так, ребята! Что такое, Фредди? Прислушайтесь! Слышите? Я слышу! Я тоже! Кто-то жует! Кто-то чмакает! Точно, ребята! Кто-то ест! Ребята, смотрите! Что это, Фредди? Офигеть! Так вот, кто это делает, смотрите! Это же ACP-статуя! Она ест аниматроника! Это же Фоксаричек! Это Фокси Рокстер! Блин! Офигеть! Так вот, кто чвакает! А ну не трогай, Фокси! Капец! Вообще! Блин! Погоди! Вот тебе! Получи! Гадкая статуя, ребята! Так вот кто! Кто ест всех аниматроников? Офигеть, бедный Фоксарик, мы не успели! Она его перекусила! Откуда она вылезла? Мне кажется, их тут много! Ладно, ребята! Ну чё, налево, направо, прямо? Давайте налево полезем!
Ладно, хорошо, давайте полезем налево или направо. Налево или направо? Ладно, давайте налево и посмотрим с крыши. Может, мы еще кого-нибудь найдем. Хорошо, Фредди, полезли. Да, Фредди, мы за тобой. Фредди, лезь, мы за тобой. Хорошо, полезли, ребят. Только не отставайте, давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо, Фредди, мы лезем. Мы лезем, Фредди. Фредди, я лезу. Я вообще уже лезу. Давайте, ребят. Давайте. Чика, да не туда. А я просто тут гляну и все. Давай сюда. Это хорошо. Чика, сюда лезь. Да, ребята, я лезу. Смотри, Фредди, смотри. Что такое, Бонни? Смотри ты. Что? Ля! Еще одна статуя! Ля, это Рустер Фредди! Опять она его хавает! Ля, сколько их здесь наплодилось! Ну не трогай его! Вообще! О, бабочка, бабочка! Получи! Вот тебе гадкая статуя! Получи, говорю! Молодцы, молодцы, красавчики! Вот тебе! Супер, вы просто! Стой, Зинник, ну не будь, помогите! Фредди, смотри, Фредди! Фредди, смотри! Фредди, обернись, смотри! Кто-то кричит! Кто там? Это же... Это Чика огненная! А вон эти ужасные статуи! Ну ладно, аккуратно, ребята, за мной! Сейчас мы... Спасем Чику. Так. Спокойно. За мной, ребят. Хорошо, Фредди. Фредди, пойдем за тобой. Спасите, кто-нибудь, спасите. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Получи. Вот тебе. Гадкие статуи. Ребята, не смотрите им в глаза. Хорошо, я не буду смотреть в глаза. А ну, свали. Закройте глаза и дубайте их. Вот тебе. Получи. Получи. Получи, гадкие статуатина. Вот тебе. Получи. Вот тебе. Вот тебе, ну лежи, не вставай. Молодец, молодец, Чика. Вовремя подоспела. Ребят, открывайте глаза, мы их победили. А я даже не закрывал. Красавчик Бонни. Сейчас, Чик, сейчас мы тебя спасем. Сейчас. Как ты, Чика? Ой, вы вовремя. Еще бы минутка, и они бы меня зажрали. Эти статуи питаются аниматрониками. Их здесь очень много на этом районе. Капец, ребята, их здесь очень много, Чика говорит. Ладно, ребята, давайте аккуратненько свалим отсюда, иначе нам тут не поздоровится. Это район монстров, я слышал. Давайте быстренько отсюда... Слиняем! Да, Чика, погнали! Хорошо! Итак, ребята, если вам понравилась эта серия, как кошмарные аниматроники спасли огненную Чику от статуи, подпишись на мой канал, поставь лайк и напиши крутой комментарий. А с вами был я, Гекс Малибуль, всем-всем-всем покедово! Ребята, пожалуйста, поставьте нам 1 миллион 200 тысяч 744 лайка, пожалуйста, ребята, пожалуйста! А хватит выпрашивать лайки. А что ты мне лайки? Не знаю, как я люблю лайки. Успокойся. Все, ребят, всем пока. А то Бонни тут эту песню свою затянет на 2 часа. Пожалуйста.